солнцезащитный спрей решили прикупить. Hello. Hi. Иру кушай. Yeah. Сейчас мы идем за своим багажом. Надеюсь, мы не поедем на какой-нибудь фигне. Надеюсь, мы на самолете полетим. На ручную кладь нам наклеить сейчас наклейки, и мы полетим дальше. На море. Море где-то здесь, она когда-то летит. Это, наверное, кто-то звонит, меня поздравляет. Алло. Привет, любовь моя. Спасибо. Да, мы только что приземлились. Вон я снимаю ту штучку, на чем мы полетели. Школьная кобра. Влюбленные пары, да. Классно. О, это что он же, сэр? Эти быстрее, чем она. Ну, они точно не вегетарианцы. Вон еще одна плывет большая, да. Мясом кормят, тунца. Прям таким кровавым, соленым медом. А теперь вот покажи. Такосик. Thank you. Знаешь, холодненький. Прихолодненький кокосик.
рай продолжается вечно. Стой, 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 стой. Я перевернул его. Эй, не на меня. Понимаешь? Да. Эй, ну Саша, ну не на меня. Я переверну его. Он Элькин табак съел. В общем, сегодня даже ветерочка нет, даже вот в этой беседке. Здесь любое время суток всегда такой мягкий ветерок продувал. Сегодня просто очень-очень душно, и ветра просто нет. Каркуши даже здесь водятся. Такие беседки у каждого номера почти. У кого-то эти лежанки приватные, у кого-то нет. Опс, кто-то тут сейчас прошмыгнул. Чик. Это ящерица моя. Ящерица. Видите, как много здесь этих бунгало водных? Прям очень много. Чертовски много. Там как коляски, по-моему, инвалидные стоят. Это ресторан Трио. Похоже на семьи китайцев. Много и всегда едят. Что-то лучше вкусненькое, видимо, для них есть. Это водные бунгало. Сегодня мы плавали вон за те черненькие торчащие камни из воды. Вон наши соседки поплыли, девчонки. Я не знаю, мне кажется, в этих бунгало не так прикольно жить, потому что они как-то слишком тесно наставлены. Я думаю, что ты соседей очень-очень слышишь. Ну, хотя каждому свое. Почему уже не дают? Почему дают? Сейчас все вам дают. Заказывайте, короче, а мы после вас. Ночью идешь.